Всем привет, с вами Сталкер55, и сегодня мы играем в стратегию Тактику 2. И вот думал я, что помимо Британии в Азии мы будем делать в этой игре, а я подумал и решил пойти за Италию. Значит, 20 полевых артиллерий надо, не видел чьих, по-моему, просто без разницы каких, просто полевая артиллерия. Ну, в целом, за Италию будет легко играть, потому что страна не слабая, в самом начале доступна. Уж не зря. Это тебе не за Австрию выживать. Так, ладно. Ну, стратегии особо нет. Но просто подведу войска к колониям в Африке и приготовлюсь к аннексу Австрии. Так как она откажется и будет война. Это уже в этой игре постоянно происходит. Так. Так, Рим. Вот оно все начинается. Ну, значит, ух ты, 12 дивизий. Я думаю, может мне влететь прямо на Австрию. Это будет смешно, если это реально сработает. Давай, влетим на нее сразу же. Хочется побыстрее взять ее территории. Так. Ну, здесь мы оставим, конечно, войска, ну, надо все-таки. Здесь на Сардинию я выведу с Рима войска. Самолет. И танки я сюда оставлять не буду здесь. Значит, сюда их передвину на помощь. Ну, в принципе, можно объявлять войну сразу же. Потому что мы можем, мы могем. Поехали. Впервые объявляю войну в самом начале и думаю, все удастся. Так. Да, ладно, серьезно. Так легко. Не ожидал, что настолько будет просто. Уже хвостику Австрии отжали. Сейчас Германия просто недоумевает, что происходит. Почему это происходит. Блин, тут же Чехословакия вступится, я забыл. Сейчас же Чехословакия вступится за Латвию. Интересный союз мне предлагают. Такой выгодный. Ладно. Ну, по 4 закинем в обе стороны. То, что надо. И сюда четверочку тоже. Вообще без проблем. Ну, вот сейчас, конечно, проблемки могут возникнуть, но не думаю, что что-то большое они как-то навредить сильно нам смогут вообще. Вот уже Чехословакия на пожестче будет, пожестче. Давай бомбанем их с самолетов. И это особо не дало ничего. Ну, ладно. Пока что сведем войска. Будем бороться с Германией. После этого очень легкое задание вообще. Полевая артиллерия любой страны. Максимально простое задание. Пескара, вот все это выдвигаем. Здесь, конечно, войска я бы оставил. Не знаю зачем, но просто на всякий случай. Здесь. Здесь точно. У меня же здесь колония есть. Я забыл. И здесь, между прочим, немало колоний. Это надо тоже учитывать. Свести сюда войска. Это арта? Нет, не чистая арта. А, здесь всего один танк. Вообще без проблем. Значит, вынесем. Главное, чтобы чехи не вступились. Тогда все будет хорошо. Они-то вступятся. Они же вступятся, да? Они же... Ну ладно. А, они не отбили Зальцбург. Внутренняя политика. Вопрос по давно планируемой перестройке столицы нашего государства. Каким путем пойдем? Памятники. Ну, памятники. Че, память это хорошо всегда. Ресурсы. То есть нас любят. Ага, конечно, конечно. Что-то очень мне повезло. В итоге не вступилась Чехословакия. Видимо, боится нашей грозной силы итальянской. Жмем Вену и уничтожаем Австрию. Таким образом, полностью ее забираем от себя. Ну и готовим нападение на Германию. Что ж, я могу сейчас сказать. Вот так вот, отжали прямо из-под носа у нее страну.
Ну, хорошо. Хорошо. Можно вообще подружиться с союзниками, я думаю. Идея неплохая. Так. Танков надо больше для про... О, вот это очень полезная штука. Я ее по-любому должен заказать. Ну, это просто офигенная штука. 12 танковых дивизий. Просто Германия не будет жить. Просто без шансов тут. Потому что 12 танковых дивизий. В Германии их всего, мне кажется, танковых там, ну, штук 16. И то нам задание как бы... Ну, не надо уничтожать полностью Германию. Что там, экономику? Ну, давай, экономику. Доп. Ресурсы возьмем. Да не-не-не, выйти. Здесь мы подогнали войска. Пробьемся. Здесь они нам, в принципе, войска не нужны. Здесь тоже пробьемся. Ну и в целом все, теперь здесь надо будет укрепляться, да и все. Пробьемся на изи вообще. Я мог бы сейчас пойти, нам всего 15 арты уничтожить надо. Швеция. Ну, со шведами, ну, не знаю, я бы с союзниками затимился на самом-то деле. Давайте союзников к себе в альянс. Вернее, я к ним в альянс. Ну, себе в альянс, конечно. Предложить союз. Не факт, что примут, но как бы и отказ тоже как-то... Ну, не знаю, посмотрим. Отказ. Видимо, из-за Австрии. Хорошо, хорошо. Ничего страшного. Ну все, значит, 12 дивизий. Берем. Начинаем подготовку. Уже фатальную подготовку против Германии. Так, смотри, эти войска сюда. Этих ребят сюда. Такой вот фронт образовывается. И танки. Самый прикол, что мы будем крушить Германию с помощью их же панцеркабвагенов. Это ж первый или второй? Не, это второй, по-моему, панцеркабваген. То есть с помощью их же танков мы будем их уничтожать. Очень интересно получается. Все, сейчас Германия скоро объявит, мне кажется, войну Порту. Почему мне предлагают союзы какие-то недостраны, которые мне даже никак не помогут? Хорошо, хорошо. Ай, блин, мне на Венгрию придется зайти. Вот это проблема. Немец знает, кому союзы предлагать. Это вот не очень, я об этом что-то подзабыл. Ну ничего, ничего. Мы все равно справимся. Наша великая страна и не такое видала. Так. Здесь он не может нарастить Африку. Ой, Африку. Ну, в колониях Африки он не может просто увеличить войска. У него нет вообще закупок. Какие-то недомаленькие колонии. Да, придется повременить. Германии. Ну, вот Германия пойдет там, не знаю, на ту же Чехословакию или Польшу. Вот тогда мы на нее нападем и хорошенько поможем. Так как чехи, ну, без австрийцев очень быстро умирают, а с австрийцами хотя бы что-то могли показать. Но сейчас и этого не могут. Сюда выдвигаем войска. В Зальцбурге отдельно возьмем дивизии. Так. Взяли десятку, ну еще двоечку. Хотя нет, лучше один танковый полк. Это будет качественней. А качество это очень важно в этой войне. Так как у них будет много мест, где по 12 дивизий будет. Тут как раз качество решает, а не просто количество. Конечно, эти сверхсильные союзники по типу Дании мне не нужны, уж извините. Такие союзники мне и даром особо не нужны. Хотя можно было какой-то слабенький альянс сформировать, но я не вижу в этом смысла. Так как нам ворваться, уничтожить арту, ну и все, в принципе. Ладно, давай в следующий ход врываться, потому что войск уже прям много. Не вижу причин откладывать. К тому же сейчас какой год? 38-й. Ох, хо-хо. Давай.
Вот это мне подходит. Вот такой союзик, это вообще годная штука. Ну что, ребят, поехали. Начнем с колоний. Вжих. Ай-яй-яй. И шо? И шо ты сделаешь? Вот именно, что ничего. Надо было их сначала подбомбить. Ну ничего. Страшного тут ничего нет. Поехали сюда. Бомбежка. Бомбежка. И в итоге заходим. Не-не-не-не-не. Я предлагаю сделать полукотел. Нам же хватит? Да, нам вполне хватит. Поэтому, ну, дивизию сюда. И все, теперь они просто в полном окружении. Я могу их вполне прижимать. Прекрасно. Здесь их не осталось. Здесь, конечно, есть небольшая проблемка. Ну, справимся. Так, основной фронт. Здесь, не оставляя шансов Венгрии, прорываемся. Прекрасно. Да, сейчас у них здесь прям сложное место. Одна провинция на две. Причем в этих провинциях еще по много войск, но ничего страшного. А вот сейчас будет веселье. Вот сейчас мы найдем брешь в их обороне. Давай закидываем 3 танковых дивизии. Логично, что мы прорываемся, так как танки-то одинаковые. И прорываем теперь... Подожди, сколько где? Прорываемся к Франции вот так вот. Здесь у нас танков нет, поэтому предлагаю просто подбомбить их. Где у них самое мощное место. Конечно, пехота не самая мощная, что у них есть, но в целом тоже мощь есть там. Так. Прорываемся на них. Ну и в принципе теперь без проблем можем войти вот сюда. Да, у них очень сильная образовалась оборона здесь. Но посмотрим, как мы еще прорвем ее или не прорвем. 5 дивизий. Ну, я предлагаю еще танковую сюда выдвинуть на оборону. Конечно, здесь будет проблемно. Но ничего. Вот здесь надо срочно помочь как-то. Но я не знаю как. Нет, с Венгрией стоит, конечно, повременить. Не шата. Подожди, подожди. Предлагаю перемирие. На 5 ходов, в принципе, достаточно. Вряд ли, конечно, не примут. Хоть и флаги похожи, но не примут, скорее всего. Да ладно. Под натиском приняли все-таки. Что довольно удивительно. Посмотрите на масштабы нашей страны. И это даже до 39 года. То есть у Германии уже нет большой такой части. Чехы, конечно, сейчас очень сильно помутузят, особенно если румыны войдут в войну, но здесь Германия ж очень неразумна и пойдет на Польшу. Но это уже будет смертельный номер, тем более за Польшу, потому что союзники заступятся, вот это вообще просто убийственный номер для Германии. Ну, поэтому закупку сделаем нормально. 2 дивизий, а сюда выдвинем артиллерию. В принципе, нормально. Да, сейчас прорвутся, но в принципе не так страшно. Сейчас чехи что-то, я думаю, могут сделать. Обидно, конечно, что чехов прессуют венгры. Дать им дивизии. Да, дадим несколько дивизий. Допустим, вот это 3 дивизии. 2 почему-то могу только дать. Да держи хоть. Мне кажется, с 9 ходов он просто помрет. Хорошо. Хорошо. Закрываем их. Вот это было очень не очень. Вообще плохо. Ну что, подбомбим. Я здесь забыл взять. А, вообще ничего это не означает. Просто забираем теперь. Все, теперь у них в Африке ничего нет. Что довольно-таки радостно. Берем Милан. Оборону тут. Здесь чисто танки. Врываемся. Не получилось. Большие потери, а здесь... Ну вот теперь-то получится. Надо было все переместить на атаку. Так, не-не-не-не-не, ты не уходишь никуда. Раз таки ты никуда и не уходишь. Так, делаем оборону. У них есть
Ай, жаль, какая жалость, а? Подожди, я могу? Пожалуйста, взорви им хотя бы одну дивизию, я прошу. Эх, не повезло. Я хотел... Хотя... Мне это не помешает сделать высадку. Надеюсь, моя элитная пехота намного более сильна. И 50, сразу 40 и 50. Вот это мощно. И все. Победа. Действительно, был быстро, очень оперативненько так взяли и выполнили миссию. Предлагаю начать следующую, так как, ну, это уже совсем маленький ролик получается. Новый уровень нации. Это вообще всегда хорошо. Да не-не-не, я донатить не хочу. Спасибо. Рождение трагедии и погнали следующую миссию выполнять за Италию. Следующая миссия — удерживать провинции София в течение 2 ходов. И также увеличить военную мощь. Вот это уже сложно. Если учитывать, что София — это столица Болгарии. Как можно понять по логике? Болгария очень даже далеко. То есть либо к Болгарии идти через Грецию, либо через Турцию. То есть, ну, тех же турков, мне кажется, будет мочить легче, чем греков. Потому что у греков почти везде 12, 12, 12. Хоть у них танков почти нет. Но все же турские танки, турецкие, это полегче, чем по 12 дивизий везде у Греции. Поэтому через Родос рвемся. С Германией союз будем организовывать, я думаю, бессмысленно. То есть здесь они нам никак не помогут. Ну да, через Турцию можно вполне прорваться, конечно. Или через Югославию, вот не знаю даже. Или через Югославию можно. Но Югославия — это слишком, мне кажется, мощная страна, которая даст отпор. Это реально сложный вопрос, который предстоит решить нам. Но все же вариант пройти через Турцию звучит как-то лучше. Хорошо, в таком случае. Но если союзники не заступятся за Турцию, здесь мне вообще армию не надо двигать. А из Триполи лучше вообще вывести. Главное, чтобы союзники сами не напали, но это демократы, я не думаю, что они таким будут заниматься. Ибо зачем? Вот не знаю, ну смотрю, ну одна, ну... Ну блин, даже не знаю. Даже не знаю, ну... Ну сложный вопрос. Хотя, можно через Крит. А, я не могу. Тогда и вопросов не имею. Точно пойдем через Турцию. Ну ладно, придется идти через турков. По сути, наращивать слишком много мощи бессмысленно, если мы идем через Турцию. По логичным причинам. Хотя, можно на Крит. Даже не знаю, сложный вопрос. Очень сложный. Ладно, Греция. Все, я сделал выбор. Это Греция. По одной простой причине. Ну вот одна, здесь две, одна. Не, мне кажется, она еще не нарастила мощи. Поэтому вот здесь, конечно, танк и есть. Танковка. Ну да ладно. Да ладно, ладно. Не так уж это и плохо, что происходит. Вот сейчас мы возьмем 5 дивизий сюда закупим. Хотя я знаю, чем мы разгромим Грецию. Танки. 12 танковых дивизий. Чего ж я сразу до этого не додумался? Выводим эти войска. И вот с помощью танковых дивизий мы ворвемся и разорвем греков. Как вам идея? Мне кажется, прекрасно. Мне кажется, годненькая идея. Годится вполне. Так, тактика, значит, какая? Здесь одно войско. У меня тоже одно. Это не элита и это не элита. Значит, примерно равны силы. Значит, мы берем и прокачиваем пехоту на урон. Увеличивает урон по небронированным целям у пехоты. То есть мы сможем уничтожить эту дивизию и ворваться на Крит, другие сделать высадку после бомбежки. Ну и вот так вот. Так вот и прорвемся. Почему я не могу обратно? А, понял. Вот так. Сюда. Танковые дивизии. Не-не-не-не. Хотя можно, можно, чё. В принципе, можно и заранее выдвинуть 2 танка.
Все теперь копим и врываемся на Грецию. С Болгарией проблем не будет, если мы греков прорвем. То есть, ну, какие могут быть проблемы с Болгарией? Опять, вот почему именно за Италию предлагают союз какие-то недостраны? Вот непонятно вообще. Главное, чтобы они на Крите не наращивали армию. Это будет обидно. Если они все-таки нарастят вот армии. Сторон-то мы убираем. Войска. Здесь я не думаю, что кто-то нападет. Да и за Грецию вряд ли кто-то, кроме Советского Союза, будет заступаться. Югославия может заступиться за Грецию. Это очень плохо. Это прям максимально плохо. Югославия. Ну ладно, как я и про нее забыл. Мобилизация. Ну, нет, Германия сейчас повлияет войны, и это будет вообще не очень. Ладно, потерпим как-то. Надо уже просто вырваться побыстрее в Грецию. Потому что вот так вот. Сейчас прокачка, кстати, закончится. Уже через ход ворвемся. Пора бы ворваться. Модернизация, Дания. Опять те же страны предлагают союзы, с которыми я бы никогда их не создал. Если бы был бы в адеквате. Так. Нормально все. Я готов вырываться. Поехали. Конечно, вот то, что я самолеты не свел, вот это немножечко неправильно. Потому что самолеты здесь бы пригодились в бомбежке грецких дивизий. Опять, ну зачем Эстония? Окей, поехали. Только не Советский Союз. Ладно, а что ты? А ты что? У меня вопрос. Ты как раз таки состоишь? Подожди, я говорю, перенаправь. Ага, Югославия поодиночку. Тут танки имеются. Конечно, это обидно явно. Это очень обидно, что тут вообще есть танки. Ну да ладно. Нам самое главное быстренько так вжих-вжих и прорваться. Нанести им быстрое сокрушительное поражение. Так, здесь. 3 танковых. Вот так. Таким образом мы быстро их заберем и возьмем нужные нам места. Так. Здесь вот Ниш возьмем. Сколько здесь? Не, Ниш не возьмем. Вот у Белграда там уже. Мы у Белграда уже стоим. Поэтому я думаю, они вполне сдадутся. Такой вот блицкриг итальянский провели. Я думаю, они вполне согласятся. Не думаю, что они будут совсем какие-то бешеные и упоротые. Потому что я им прорвал полстраны. Ну, как минимум, больше трети. Какие же они умные все-таки. Гениальный интеллект. Не, серьезно. Если сюда ничего не передвинул. Я думал, я ничего не передвинул сюда. Чё-то я себя недооценил. Нет, тогда мы можем еще прорваться вообще без проблем. Как хочешь. Вот это не очень вообще. Ну ладно, прорвемся, в принципе. Таким вот образом. Ниш сейчас возьмем, думаю. Возьмем. Пробуем. Отлично, Ниш наш. Ну не знаю теперь, как они поведут себя. Мне кажется, им это явно не нравится. Жалко, что мы корабль не потопим. Не потопим. Главное, чтобы Совет сейчас не вступился с Грецией. И все будет, в принципе, хорошо. В итоге все более-менее реалистично получается. Ай-яй-яй-яй. Ладно, но это более-менее... Конечно, это глупо. Насчет того, что Австрия хочет со мной союз. Но раз она хочет со мной союз, я не откажусь. Только вот, пожалуй, не дам им прохода. А то сейчас заподлят все и все. Так, ладно, здесь стоят ребята. Здесь стоят ребятки. Надо прорываться, раз они стоят тут. Тут у нас полукотел. А, что? Подожди, я могу Белград брать.
умники, и вы Белгород оставили без ничего. Да. Прорвемся? Да, думаю, ворвемся. Конечно, потеряем пару провинций, но... Ага, Ниш. Ниш взяли, Ниш. Нишу. Ну, ничего. У нас тут еще танки имеются. Операция в итоге не такая быстрая вышла, как хотелось бы. Ну, Загреб, Белгород, Ниш были наши. Ну, Ниш был наш, все остальное и так наше. Вот только бы грек сейчас не заступился с советом, было бы классно. Но Ниш заступится, я же знаю. Ладно, заступится, так заступится, я подержусь как-нибудь. Вот именно что, как-нибудь. Ладно, поехали. Поехали. Сейчас мы поедем. Ага, высадка. Так, я уже говорил, памятники старины, важная штука. Да, конечно, против... Я тупой, срочно разорвать союз. Я сейчас с Германией случайно начну воевать. Почему я так тупанул? Разорвать союз срочно. Я просто почему боюсь? Потому что сейчас же Германия залетит на Австрию и мне тоже объявят войну. Это же вообще мне ужасно не нужно. Это же вообще жесть была бы. Сколько? Так, смотри, вы все врываетесь сюда. Танковые дивизии уходят с Загреба и врываются сюда. Осиёк. Они укрепились. Будем пытаться что-то вытворить. Пытаемся что-то вытворять. Чё, ребят, может перемирие? Не? Я мог Ниш пробить. Сейчас-то я не пробью его. У меня есть вообще-то вот такая штука. Подождите, сколько в сплите у них войск? А, нисколько. Вообще без проблем. В таком случае берем и закидываем. Вообще без проблем, вот так вот. Все, теперь это выглядит как просто куча котлов. Это не выглядит, точнее, это и есть куча котлов. Все, идем сюда. Помогать. Здесь у меня сформировано много дивизий. Здесь мы бомбим. Не очень удачно. Но смотрите, как карта мира выглядит. В принципе, нормально. Я считаю, годно. Но я считаю, на этом можно вполне остановиться. В следующей серии мы пробьемся, сделаем эту задачку, захватим Софию. Ну и в итоге потом пойдем за Британию в Азии. А с вами был Сталкер 55. Всем удачи, всем пока.